Всем привет! Мне просили рассказать о том, как я ухаживаю за клубничкой. Вот сегодня 16 июня. Клубничка наша уже урожай не дает. Мы уже наелись, уже законсервировали, заморозили. И вот теперь сегодня немножко над ней поработали. Что сегодня мы делали? Мы вот так вот оставляли, проходились по клубничке, по рядочкам, вырывали траву и обрывали усы. Клубничка вот так получается, усики обрываются, рядочки вот такие остаются. Вот. И пока она будет в таком виде стоять до обрезки. Попозже я расскажу, как нужно, что нужно делать дальше. Ну, вот такая, вот эти усы, которые вот растут. Нужно все обрывать. Ну, вот, например, тоже вот усик уже появился. Его нужно вырвать. Ну, вот, собственно говоря, и все, что нужно сейчас нашей клубничке. Нужен ей только полив, дождик, и будем ухаживать за ней дальше на следующий год, чтобы получить урожай клубнички. Пока все, всем пока!